Что случилось? Ничего. Слушай, к чему снятся голые люди? К болезни. Но вы вчера дали. Вчера? Сходи, проветрись. Заодно лекарство возьмешь. А где? Канистра за дверью. Я пошел. Ты знаешь, это тупик имени Роза Люксембург? Его вчера переименовали. Издеваешься над Розой? Фрая! Здорово. Привет. Успеха тебе. К черту. Я буду держать за тебя кулаки. Держи. Аленочка, здравствуй. Здравствуй. Анатолий Петрович у себя? Да. Бумажка упала. Анатолий Петрович? Это я. Ой. Угу. Хорошо. А ты все хорошеешь. Угу. Что молчишь? Шеф зудит. Он такой. Могу взять тебя на поруки. Насовсем. Андрей! Войди. Ну? Все прекрасно. Могу сделать взгляд? Нет. То есть вид? Нет. Любой кабельный канал? Нет. Ассоциация авторского телевидения? Нет. Мои условия. Центральное телевидение. Первая программа, после программы «Время». Ну, старик, ты даешь. На. Читай, читай, читай. Я не могу так больше. Я ухожу. Грамотно, грамотно. Хороший донос. Такая же бумага лежит в ЦК. Завтра там меня примут. Фильм я сдал полгода назад. И у меня нет другого выхода. Андрей, а что ты от меня хочешь? Я тебе сделал все. На фестиваль отправил? Отправил. Приз получил? Получил. Деньги и те получил. Что ты от меня хочешь? Ты что, фильм снял про детский сад, что ли? Одно название чего стоит? Мафия бессмертная. Ты соображаешь? У самого-то ничего не играет, нет? Прихлопнут где-нибудь в подземном переходе, концов не найдешь.
Ларису не жалко? Все. Да подожди, Андрей. Я человек маленький, подожди. Я вижу. Да подожди ты. Совсем неуправляемый стал. Накатал телегу в ЦК. Ну ничего. Время терпит, Анатолий Петрович. Добрый день, всем привет из Москвы. У микрофона Том Магуайр. Какая неожиданная встреча, известный русский режиссер Андрей Басаргин. Привет, Том. Здравствуйте, мистер Басаргин. Когда приехал? Вчера, сутки сидели в Шенене. Шенене, понятно. Как дела? 5 часов мне нужно быть на брифинге в МИДе, а сейчас запись на телевидении. А, не зайдешь? Скажи лучше, как дела с фильмом? Хреново. Могу тебе сказать, что моя картина о мафии спокойно могла бы быть сделана на материале нашего телевидения. Я уперся в стену. И все-таки, почему ее не хотят показывать? Сам удивляюсь. Коррупция не самое большое откровение для вас и для нас. Она была, есть и будет. Словом, дело табак, можешь об этом написать. Бывай. Бывай, бывай. Эндрю, улыбайся, даже если проигрываешь. Я думаю, еще не вечер. Это, во-первых. Во-вторых, твой фильм. Жестко. Ты не боишься, что герои твоего фильма начнут тебя преследовать? Естественно. Я бы советовал тебе скрыться на несколько дней. Это может плохо кончиться. Да, я показал твой фильм Владыке. Ему нужен режиссер, который мог бы осуществить наш заказ. Что за работа? Фильм о гробе Господнем в Иерусалиме. Когда? Сейчас. Я должен довести свой фильм до премьеры. Спасибо. Благослови тебя, Господь. Исходные данные в норме. Приготовились к эксперименту? Импульс в норме. Внимание. Доза увеличена. Это точно проделки, не кажется. Это уже второй раз. Уверены, Борис Михайлович? Да, абсолютно. Но мы не можем установить причину. Во всяком случае, никаких следов воспламеняющегося вещества. Простите, разрешите вам представить режиссера центрального телевидения Андрея Басаргина? Очень приятно. Моего друга. О, профессор Вильницкий. Борис Михайлович занимается аномальными явлениями. Да, только пока ничего не получается. Да, кстати, я сегодня в Лефортово ехал. Знаю, пенсионер выбросился из окна. Нет, но я-то это видел своими глазами. Как? Вы сами? Ну, и расскажите. Может быть, подробно. Не здесь. Извините, пожалуйста, это очень важно. Ну, говорите. Меня интересует причина. Меня тоже. Как запахло жареным, простите, за дурной каламбур. Я читал, ведь это же не первый случай. Совершенно точно, их было 8. И заметьте, все со смертельным исходом. Это вот здесь? Да. Вот из этого окна он упал. Горел, полз еще. Может, зайдем?
Да, 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 обязательно. Но цель, какая цель? Политика, терроризм, самоубийство? Нет, нет, я думаю, ни то, ни другое, ни третье. Мы анализировали. Иду, иду. Кто там? Милиция. Бог с вами. А. Здравствуйте. Здравствуйте. Без участкового нельзя. Ничего. А эта дверь куда? А эта дверь забита. Забита. Удивительно, но вы знаете, стекла абсолютно целы. Здесь ничего нет. Вот оно. Что? Смотрите. Да. Но вы знаете, это может нам служить как первый вектор. Только удивительно, но получается очень большой разброс. Что? Нужен второй вектор? Конечно, если бы у нас была карта, можно было просто засечь. Может, перекусим? Здесь недалеко. Хорошо. Держите. Здесь раньше неплохо кормили. Это очень кстати. Представляете, летающие тарелки, экстрасенсы, взрывы. Трудно понять во всей этой ерунде, что на самом деле было, а что... Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Студентка. Потом какой-то электромонтажник-верхолаз. Инженер из Кемерово. Все это совсем разные люди. Ни у кого никаких признаков даже психического расстройства. Впрочем, сейчас очень трудно сказать, конечно, что есть норм. Что с вами? О чем вы задумали? Знаете, перед каждым горением появляется какой-то странный... Что странный? Что вы говорите? Не день, а сплошное наваждение. Смотрите, тут на целый порядок выше фона. Я думаю, что тут какой-то мощный излучатель. Это может быть лазер. Что сейчас? Дверь была закрыта. Так? Да? Да. Нужно искать третий вектор. Слушайте, у меня дома есть карта. Едем. Был у меня аспирант Никий Лосев, так вот он занимался вопросами трансформации сюда, времени. Пожалуйста. Ага, спасибо. Трансформации времени в материи. У меня мелькнула одна мысль. А, так и есть. Что такое? Но почему у меня? Вы знаете, это похоже, вне всякого сомнения. Да, но здесь трещина. Вот, Андрей, смотрите. Ну вот, вот он, третий вектор. Теперь нужна карта. Хорошо. Пожалуйста. Ага. Пардон, это карта Мадрида. Да, недавно, на фестивале. Чудный город Мадрид, да? А любопытно, странная точка пересечения. Если так, то излучатель работал где-то совсем недалеко. Контора Туполев, военная академия, МВТУ, насколько я знаю, никто из них никогда этими проблемами ошибки не быть занимался. Может? Не может, но только плюс-минус 300 метров. Ясно. Ну что, поехали, профессор? Ну. Как говорят, извините за дорогу. Проверь. Да, это уж определенно не Мадрид.
Это должно быть где-то вот здесь, правее. Заедем. Никого нет. У вас есть талон? Нет, у меня, к сожалению, нет никаких талонов. Я понимаю, я просто хотел узнать. Прием окончен. Я прекрасно понимаю. Запись в регистратуре. Фиксируется экстренным заместником. Посчитайте еще раз. Заведение. Сколько живу в Москве, ничего подобного не видел. Произошло, я ничего не понял. Почему они набросились? Они нас ждали. Что? Все как в моем фильме. В каком фильме? Мафия бессмертна. Ага. Оказывается, теперь и режиссером быть небезопасно тоже. Угу. Знаете что? Позвоните-ка мне завтра. Хорошо. Нет! Андрюша, это ты? Есть хочешь? Боже мой, что с тобой? Да так. Это что опять стряслось? Ерунда. Вечно что-нибудь с тобой случается. Кто же это? Шпана. Порядок, шеф. Дерется он, сука, как зверь. Знаю. Скажи своим головорезам, чтобы больше его не трогали. Я займусь им сам. Понятно. Пушку получишь через неделю, как обещал. Все.
Хорошо, шеф. И никакой самодеятельности, понял? Звонила какая-то девица. Кто? Ну, не знаю. Но, по-моему, это не поклонница. Не нравятся мне все эти звонки. Да? Это Андрей Басаргин? Да, Басаргин. С кем я говорю? Мое имя вам ничего не скажет. Вы можете прийти завтра в 11 в кафе Лефорт? У меня завтра очень сложный день. Догадываюсь. Но я займу у вас не более получаса. Поверьте, это в ваших интересах. А как я вас узнаю? Я сама подойду. Но предупреждаю, никто не должен знать о нашей встрече. Хорошо. Виноградный яблочный. Вот, смотрите, уже подходит к стойке. А теперь давайте решим последнюю позицию. Виноградный яблочный. Штрафный стол. Вы знаете, меня интересует. Все будет зависеть от вас. Пожалуйста. Добрый день. Что желаете? Кофе и сок. Минуточку. Таня, сигареты за второй столик, пожалуйста. Я чуть-чуть. На второй столик сигареты и блинчики. Ну что же вы хотели мне сказать? Чего я должен опасаться? Здравствуйте. Здравствуйте. Мне безумно нравятся ваши фильмы. В детстве я мечтала стать актрисой. Сняться у такого режиссера, как вы. Я хотела бы сыграть роковую женщину. Звонить. Шеф, когда горит? Шеф, когда будет гореть? Нет, ну в конце концов, кто-то должен же решать это дело. Если бы это зависело только от... Спасибо. Нет, меня. А от кого это зависит? Вечером на чистых прудах. Захвати ребят. Скажите, что надо делать? А я буду делать как можно больше. А куда мы все это денем больше? Проезжайте, проезжайте. Товарищ Басаргин. О, здравствуйте. К сожалению, Виктор Кузьмич вас принять не сможет. Он срочно вылетел в Нью-Йорк. Скажите, а когда он вернется? Мы вас известим позднее. Всего хорошего. Так вот, молодой человек, мне удалось установить, что в Москве никто подобными разработками не занимается. Мало того, никогда еще не удавалось получить излучение такой мощности даже в лаборатории. Вот. Смотрите. Вот план поликлиники. Это коридор, второй этаж. Так. Это там, где мы с вами стояли, что ли, да? Помните? Да. А теперь представьте себе. Один кабинет, одна дверь, 5 окон. И только одно наружу. То есть вы считаете, что там какое-то скрытое помещение? Не знаю. Встречаемся вечером в 9 часов у чистых прудов. Хорошо. Что? Что вы? Ничего, вечером в 9. Готовность номер 1. Ждем команды. Ну, как там дела у наших непогрешимых? Никак. Кого ждем? Профессора Вильницкого. А в чем дело? Понимаешь, самовозгораются люди. Вот такой любопытный момент. Не худо бы узнать, кто их поджигает.
Валька. Помнится, не могу. Валька. И снова этот странный звук. Я уже слышал его. Да ладно, страхов не гонять. Скажи лучше, что в ЦК. А, дохлый номер. С таким же успехом можно было идти и к кадетам, и к монархистам. Тише, тише. Стена. Куда вы торопитесь? Это я вам звонила. Почему вы не пришли в кафе? Вы нарушили правила игры. Не впутывайте в это дело никого. Это опасно. Хватит, ладно? Едем. Машину поведу я. Андрей. Они сначала придут за тобой. За мной. А потом за мной. За тобой. Уедем, Андрей, я боюсь. Это я. Я дома? Да. Это тебе не приснилось. Зачем я вам нужен? Не ты. Твой имидж. Скажите, а что с профессором Вельницким? Я думаю, с ним все в порядке. Не стоит волноваться. Вы? Значит, вы все-таки воплотили вашу бредовую идею? Выбирайте выражение, профессор. Какие выражения?
вы живьем сжигаете людей. Это не более чем издержки эксперимента. Поверьте, я не хотел жертв. Но какова природа излучения? Это не моя тайна. А в какой стадии работа? Практически совершена. Вы фанат, Викентий Лосев. Да, мы едем, Мария. К шефу. Кто он? Держите с ним ухо востро. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктор Георгиевич Салтыков. Андрей Басаргин. Прошу вас. Извините, что пригласили вас не совсем обычным образом. Вы слишком любопытны. Это входит в мою профессию. Так вы и есть... Вы хотели сказать мафия? Нет, мы не мафия. Не угадали. Должен вас разочаровать. Мафия – это быт. А мы занимаемся духом. Вы художник? Нет, я математик. Угу. За знакомство? Очень. Профессор Лосев, технический директор нашего проекта. Напряженность поля 6000 единиц. Недурно. Рекомендую, наш гость Андрей Басаргин. Прозит. Присоединяйтесь. Терпеть не могу киношников. И вашего Вельницкого тоже. Вздумал учить меня жить, моралист. Впрочем, это удел всех неудачников. Викентий Сергеевич, полноте. Вы переутомились. Да, кстати, Андрей, мы приготовили для вас небольшой сюрприз. Уважаемые товарищи, в нашей программе произошли изменения. Вместо ранее объявленного концерта Эдисона Денисова мы предлагаем вашему вниманию фильм режиссера Андрея Басаргина «Мафия бессмертна». Я уже видел ваш фильм. Где? Неважно. Мне он показался наивным. Мало жесткости. Вы слишком слезливы, как, впрочем, и все мы, хотя от наших слез нет никакой пользы. Нас убивали, расстреливали, морили голодом, а мы терпели и плакали. Наверное, нет другой страны, где бы столько терзали человека. А мы плакали. Плакали тайком, чтобы не увидел сосед. Потому что плакать в России тоже преступление. Мы, рабы, строим пирамиду, какой не знала история. И ни один камень еще не поднялся над землей. Только камни могил. Так о чем же мы плачем? О кладбищах, где не нашлось для нас места? Слезы давно просохли. Позвольте, я отключу звук. Тем более, что ваша мораль под занавес вряд ли изменит мир. А вы хотите его изменить? Я могу его изменить. Мне нужно позвонить домой. Перейдем к делу. Вы могли бы снять фильм обо мне? О вас? Ну, обо мне, о моем предприятии, фирме, как угодно. В наших возможностях вы убедились. В ваших способностях мы тоже убедились. Андрей, у тебя замечательные друзья. А
они вытащили меня из кошмарного сна. Ну-ну, не надо преувеличивать. Теперь вам нужно привести себя в порядок. Мы придаем этой работе исключительное значение. Одно условие. Фильм должен быть закончен в месячный срок. Необходимо нанять несколько групп для быстроты. Но эпизод «Коррелятор» вы должны снять сами. А потом снимите фильм о гробе Господнем. И давно вы знакомы с Андреем Александровичем? 3 последние картины. Он хороший человек? Половой разбойник. Как и все режиссеры. Я подумаю над вашим предложением. Игра стоит свеч. За премьеру? Конечно. Только поедем не быстро, хорошо? О, ну ты дал вчера по ящику. Понравилось? Класс. Знай наш. Что собираешься дальше делать? Не знаю, поеду новый фильм снимать. Надолго? Не знаю. Посмотрим. Здравствуйте. Тебе к телефону. Переключи селекторзал. Сама на телевидении. Гляди, шеф, с огнем играешь. Не дашь пушку, мы и без нее управимся. Не сомневайся, народ крутой. Для начала режиссера твоего замочим, а там... Что молчишь? Я закажу тебе панихиду за свой счет с отпеванием. Понял? Я вас поздравляю с премьерой. Спасибо. Кланяйтесь от меня вашему покровителю. Непременно. А вы умеете добиваться своего? Ну, каждому свое. В союзе журналистов его восстановят. Это дело техники. Да, я не сомневаюсь. Происходит. Ты изменился. Не устраивай сцен на прощание. Но я же чувствую, у
тебя кто-то есть. Это она? Не фантазируй, малыш. Ну, я пошел. Прошу тебя, не задерживайся. Зачем вы меня так рано привезли? Салтыков не любит ждать. Да. Осмотритесь, только ничего не трогайте. Свету маловато. Как вы себя чувствуете? Давайте не будем терять времени. Ну что, впечатляет? Это и есть источник излучения. Да, коррелятор. Хорошее название, коррелятор. Эх, Вильницкий, Вильницкий. Вильницкий был далек от этой идеи. Терпеть не могу киношников. Викентий, будем считать, что они достойны нашего коррелятора? Да, безусловно. Коррелятор? Красиво звучит. Кастрюля, блин. Хотите попробовать на себе? Струсили? Зря. Вашу язву 12-перстной кишки я вижу и без коррелятора. Рентген. Я Викентий Лосев. Великолепный. Великолепный, превосходный материал. Ожог третьей степени с 80-процентным поражением кожи. Смертельный случай. Приступайте. Осторожно, осторожно. Закрывайте. Закрывайте. Сними крупный план. Аппарат готов. Приготовились к эксперименту. Команда 1. А где Валентин? Команда 2. Бесполезно, он уже в зоне действия аппарата. Сброс второй команды. Повторите. Смотрите, смотрите. А что это значит, быть в зоне действия аппарата? Эксперимент закончен. Приступайте. Валька, Валь, ты меня слышишь? Валь, слышишь меня или нет? Ну, очнись ты. В пределах нормы. Узнаете? Сеанс окончен. Прошу покинуть помещение. Пожалуйста, подожди меня. Если я запоздаю.
Я подожду. Если б ты знал, какая мука, когда его нет. А Салтыков, что он? Он вытащил меня из этой петли. Ты была с ним? Я стала с ним работать. Лариса знает о нас? Догадывается. А что это излучение? Оно действует на всех? Почти. Поцелуй меня. Что значит почти? Пока я знаю только троих, на кого излучение не действует. А кто они? Ты, я и Салтыков. Лариса? Ты можешь узнать сам, по фиолетовому пятнышку на шее. У меня, как ты заметил, его нет. А если бы оно было? Все меченые роботы. Роботы, которыми можно управлять. Понял? Вы сумасшедшие. 200 миллионов роботов. Но они об этом ничего не знают. И каждый получит по потребности. Это вы? Лариса, вы неосторожны. Это вам. А как вы меня испугали? Лариса, собирайтесь. Пока Андрей в командировке, вы будете жить у меня. Так будет спокойнее Андрею и вам. Андрей, как долго тебя не было. Я вся издергалась. Какие-то кошмары с нами. Ну все, все. Я дома. Как съездили? Есть проблемы? Так, мелочи. Когда закончите фильм, друг мой? Через неделю. Через неделю? И как назвали? Полтергейст 90. Красиво, но непонятно. А сгоревшие люди? Понятно? Может, сожжем еще одного специально для съемки? Искусство требует жертв? Не юродствуйте. Покажите мне последнюю кассету. Андрей. Вернись в зал. Кассета у тебя в машине.
Что вы хотели сказать? Я, Викентий Лосев, соучастник всей этой мерзости. Название мерзопакостное. Инфильтративно-язвенный коммунизм. Фу. Я мечтал избавить человечество от скверны, болезней, рабства. Я был счастлив, когда мы начинали работать с вами. Вы дали мне деньги, оборудование, людей. Я впервые почувствовал свободу. И все это для того, чтобы превратить человечество в стадо совокупляющихся скотов? В этой жизни надо платить за все. Вы же знали, что увеличение дозы облучения будет изменять психофизику. Надо идти до конца. Полумера не мой и не ваш принцип. Вы примитивный фашист. Инженер Гарин. Я сделаю все, чтобы помешать вам. Кто вы такой, Лосев? Кто вам поверит? Вам верила ваша жена? Она повесилась. Вам верил Вельницкий? Ваш учитель, вы его предали. Хотите предать меня? Не выйдет. Согласен. Я никчемный человек. Вы великий ученый. А великие ученые иногда проводили эксперименты на себе. Последуем их примеру. Вы меня обманули. А подслушивать, вообще говоря, подло. И не надо лишних телодвижений. Вы же умный человек, Басаргин. Или я ошибался? Ну, не скучайте. Желаю вам приятного просмотра. Профессор, вы что-нибудь решили? Я вам уже сказал, что меня не интересует ваша райская философия с этими бутафорскими страстями. Неужели вы не понимаете, что математик в роли миссии — это смешно? Вот он идет. Андрей, что так долго? Отвези Ларису домой, а я на твоей слетаю на телевидение. Акция по всем каналам телевидения, намеченная Виктором Салтыковым в день премьеры моего фильма «Полтергейст-90». Соотечественники, я, Андрей Басаргин, обращаюсь к вам. Изобретено новое страшное оружие. Его воздействие сразу неощутимо, последствия ужасны. Здравствуйте. Привет. Том дома? Угу. Том. Привет. Привет. Как раз к обеду. У меня нет времени. Проходи. О, хорошо устроился. Том, на этой кассете записано мое обращение.
перед премьерой моего фильма «Полтергейст-90» передай это обращение по всем каналам связи. И обязательно за несколько часов до премьеры. No problem, окей. Объект проследовал из квартиры Тома Макгвайера, где пробыл 5 минут. Сел в машину и уехал домой. Наши действия. Выясните цель визита и действуйте по обстановке. Стечение обстоятельств сделало меня пособником преступной группы, цель которой — захват власти на всей планете. Возглавляет эту группу Виктор Салтыков. Что-то случилось? Главврач одного из спортивно-оздоровительных диспансеров Москвы. Излучение от коррелятора полностью меняет психофизику человека. Выходите на связь, прием. Я не знаю способов защиты от этого оружия. Оно воздействует на мозг. Акция должна произойти... Найдите мне его. ...во время просмотра моего фильма «Полтергейст-90». Через экраны ваших... Найдите мне его, живого или мертвого, Мария! Человек перестает быть субъектом истории. Превращается в куклу в руках маньяка. Что такое? Что происходит? Стоять. Стоять. Это незаконное вторжение в мой дом. Я буду жаловаться в посольство. У вас будут большие неприятности. Это я вам гарантирую. Это незаконно. Я буду жаловаться. Это уже ваши проблемы. Опа, вот и я. Привет. Привет. Сегодня сдал картину. Поздравляю. На тебе четвертак. Сбегай за бутылкой. Давай. Я все понимаю, но это от меня не зависит. Вы постоянно преследуете Андрея. Успокойтесь, прошу вас. Вы с ним повсюду. На съемках, в монтажной. Теперь явились сюда. Зачем вы пришли? Ну что вы молчите? Ну хватит. Что случилось? Нам нужно поговорить. Лариса, выйди. Они потеряли меня больше часа назад. Ясно. Что, Салтыков? В бешенстве. Он слышал твое обращение, поднял всех на ноги, приказал найти мастер-кассету и тебя. Кассета в надежном месте. Осталось вытащить Ларису и Валентина. Это невозможно. Ты сильно рискуешь. Радиус действия главного излучателя 50 километров. Я не могу их бросить. Прости меня. Ты сумасшедший. Выслушай меня спокойно. Ты должна уехать. Я тебе ничего не должна. Я попал в капкан. Если они схватят тебя, начнут шантажировать меня. Я их не боюсь. Но я прошу тебя. Тебе надо уехать. Не капризничай. Я отвезу тебя на вокзал. Валентин, ты готов? Да, пошли. Ничего страшного. Побудешь у моей бабушки, отвлечешься.
доклады. Все гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Я здоров, как племенной бык. И вообще кончай, Андрей, заколебал. Валька, вспомни первую съемку, когда ты отключился. Ну и что? Он послал тогда к тебе эту смазливую девку. Кто? Это сука лысая? Ты помнишь, что было потом? Помнишь, помнишь. Устроил вечер воспоминаний. Башка трещит от тебя. Машину. Ты видел у себя пятно? Видел. Нам нужно уничтожить центральный излучатель. Каким образом? Еще не знаю. Тоже мне мыслитель. Черт побери. Валя! Погоди, Валя! Погоди! Нам необходимо немедленно выйти из зоны действия коррелятора. Андрей, мы же все роботы. У тебя же нет помощников, они дадут команду и все. Валя, опомнись! Валя, что ты делаешь, быдло? Никогда не выбраться отсюда. Но это закономерный итог всей вашей жизни, господин Лосев. А кто толкнул меня на это? Я работал на вас, в вашей лаборатории. Да. И вот теперь я расплачиваюсь за это. Вы не поверили мне. Я поверил. Я прекрасно понимал, к чему это приведет. Предали. Предал, потому что знал, что эта идея приводит к чудовищным последствиям. Ну, где ну мы? Поднимайся, поднимайся, ну. Где мы? В тюрьме. В тюрьме моего любимого шефа. Пойдем. Вильницкому сейчас ничем не помочь. Андрей, единственный выход — щит. Рискнем. Еще нужна. Yeah.
Уйди. Где мастер кассета? Еще дозу. Накачивайте его, накачивайте. Еще укол, шеф, он может не выдержать. Где кассета? Скажи, пожалуйста. Не знаю. Все ясно. Уберите его. Что тебе сказал Салтыков? Тебя велел стеречь. Где держит Валентина? Салтыков его убрал. Ключи от коррелятора. Быстро. Быстро. К стене. Андрей! 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 О, ты что? Ну ты даешь. Чуть не сгорел. Я вовремя успел. Зачем? Который час? Около 11. Что, точно? Да. Крути, пожалуйста. Валя, дай свою куртку, быстро. Рукадр, ты куда? К зампреду. Камикадзе. Да пошел ты. Привет. Ну как договорились? Зайди, зайди. Да, всего доброго. Привет. Привет. Ну что, сделал я тебе? Вид, бывший взгляд, любой кабельный канал, ассоциацию авторского телевидения. Нет, нет, мои условия. Центральное телевидение, первый канал, после программы «Время». Ты что? Ты что? Ты спятил, кретин? Пусти!